Всем привет! В этом небольшом этюде мы с вами попробуем поиграть переменным штрих. Такие большие, огромные скачки с одной стороны на другую сторону. Итак, у нас получается, мы играем сначала... пульсация у нас с вами идет триолями. То есть мы играем та-та-та-та-та-та, раз-два-три, раз-два-три. И делаем это не с вибом, а каждую ноточку отдельно. Здесь мы сыграли, то есть получается здесь у нас с вами восьмой лад, здесь пятый. И пальчик, когда мы кладем с вами на малое барре, то есть он у нас перекатывается с одной струны на другую. То есть мы с вами эти ноты сыграли и переходим к следующему аккорду. Пальчиком перекатываемся. Затем дальше переходим. То есть это у нас получается уже аккорд ми, здесь у нас был аккорд ля минор. Потом здесь ми мажор. То есть получается АМ, Е, АМ, Е. Так, значит, получается, здесь у нас с вами аккорд АМ и Е. Е аккорд мы играем с вами, это у нас седьмой лад, здесь у нас четвертый лад. Потом уходим на вторую струну, играем пятый лад. И приходим в третью струну, четвертый лад. И затем обратно уходим по тем же самым ладам к первой струне. Вот, обратите внимание на то, что вы должны сделать акценты на первую долю и на первую долю из шести и на четвертую долю из шести. То есть получается раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть каждую первую и четвертую ноту мы должны с вами немножко выделить. Но здесь весь секрет в том, что четвертую долю у вас играется ударом вверх, так как мы играем секстоль. Секстоль — это два по три, то есть раз, два, три, раз, два, три. Вот, мы сыграли. То есть это один удар медиатора, один удар метронома. Потом, затем снова мы возвращаемся в эту позицию и опять этот круг проделываем. Вот. И обратите внимание на то, что кисть у вас не должна большой размах игры. Иначе будет очень грязно. То есть вы должны То есть, чтобы именно такое экономное движение было у вас в кисти. Затем дальше с вами играем. У нас получается аккорд соль мажор. То есть аппликатура абсолютно такая же, как вы играли аккорд ми мажор. То есть десятый, седьмой лад на первой струне, восьмой лад на второй и седьмой лад на третьей струне. Затем дальше переходим в до мажор. Здесь на первой струне 12-8. И первый пальчик у нас перегибается, перекатывается со струны на струну. Тем самым мы зажимаем здесь, можно сказать, что две струны. Но на самом деле по одной струне зажимаем, то есть просто палец перекатывается. Тем самым освобождает первую струну. Нотка у нас не звучит. Вот. И потом назад. Потом снова мы делаем круг в соль мажор. Потом опять в до мажор. Затем дальше переходим в ля мажор уже. У ля мажора будет такая же аппликатура, как и у ми мажора. Такая же, как и у соль мажор. Вот, значит, здесь мы с вами ее поиграли. Затем дальше пришли в аккорд ре минор. То есть, вот у нас. Ре минор у нас такой, по аппликатуре будет такой же, как в самом начале ля минор. АМ. Только это ДМ. Затем опять назад мы с вами играем в ля мажор. Потом снова в ДМ. Затем дальше мы делаем с вами уменьшенный аккорд. Это получается здесь у нас 14 лад и 11 лад на первой струне. Здесь мы играем 13 лад на второй струне и 14 лад на третьей струне. Уменьшенный септаккорд, он строится по малым терциям. И дальше мы с вами делаем аккорд ми-сус с задержанной терцией. То есть получается сус, это вместо терции мажорной, вот этой соль диезы, у нас получается с вами на полтона выше звук, то есть кварта вместо терции. Вот мы сыграли, здесь у нас 17-12, вторая струна снова 12 и третья струна 14. То есть получилось ход. Потом второй раз то же самое. Затем и кварту делаем на полтона ниже, то есть получается у нас здесь 16 лад, а на третьей струне 13, и получилось. В итоге вышла фраза. И переходим в 17 лад. АМ, Е. АМ, Е. АМ, Г, С,
С, Г, С, А, Д, М, А, Д, М. Потом уменьшенный септаккорд. Потом Е, Е-сус и обычный Е. И переходим с вами в 17-й лад. Надеюсь, этот урок для вас будет полезен.